праздник, который нам устроили наши девушки, которые у нас работают, наши сотрудницы. Ну, это просто замечательно и вызывает восторг. Вообще, в коллективе Министерства внутренних дел есть здоровый, нормальный корпоратив, все друг друга уважают. Но наши девушки, они просто превзошли все ожидания, которые могут быть. И сейчас вот, зайдя сюда, я уже не знаю, как мы будем их встречать 8 марта, вернее, 5 перед Международным женским днем. Днем защитника Отечества, и пусть ваши дети и внуки продолжают ваше дело.